31 мая – Всемирный день без табака. В рамках борьбы с курением Центр здоровья для детей организовал площадку здоровья для жителей и гостей города в одном из торговых центров. Мы пытаемся привлечь население, родителей, детей к своему здоровью. Когда они видят такой, скажем, небольшой мастер-класс по осмотру, такому скрининг-осмотру, им становится интересно, они видят какие-то свои нарушения, они уже потом повторно к нам приходят в поликлинику и проходят тщательный осмотр. А взрослые приходят по месту жительства в свои центры здоровья. У нас есть и взрослые, и детские. Ульяновцы смогли пройти скрининг-тестирование, включающее в себя измерение артериального давления, роста, веса и зрения, определение индекса массы тела. Специалисты центра здоровья проверили уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и проконсультировали пациентов по вопросам профилактики различных заболеваний. За 3 часа работы сотня участников акции получила информационный материал профилактической направленности. Ну, на акцию попали первый раз, интересно просто. Плюс, и все. Ну, полезно померить рост, вес, давление. Варвара, скажи, пожалуйста, тебе понравилось дуть в трубочку? Да. Что тебе тетя сказала? Что я очень хорошо дула. Ну, спасибо большое. Проверила свое давление. Давление хорошее. Стараюсь, конечно, не волноваться. У меня давление поднимается только, когда я волнуюсь, стрессы какие-то. А так у меня со здоровьем все в порядке. Напомним, проект «Площадка здоровья» проводится центрами здоровья уже 5 лет в торговых центрах города Ульяновска в рамках фестивалей здоровья, агитпоездов и других праздников. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.